Между тем, сегодня в столице Чувашии принимали пляжи. До лета осталось лишь пара дней. Тем не менее, назвать погоду теплой язык не поворачивается. На улице холодно, дождливо, а температура воды в Волге лишь 9 градусов. Несмотря на это, 1 июня официальное открытие пляжного сезона. А это значит, все пляжи должны быть готовы к купанию. Вне зависимости от того, хотят окунаться жители столицы Чувашии или нет. Все работы, подготовительные работы по пуску пляжей в эксплуатацию в летний период 2017 года завершены. Что нового в этом году? Вы сами видите, что очень большой объем работы выполнен на центральном пляже. Центральный пляж преобразился кардинально. Значит, очень большой объем работы выполнен по созданию комфортных условий отдыха для горожан и гостей столицы. Новые детские волейбольные площадки, зона отдыха, душевые кабины и кабины для переодевания. Питьевые фонтанчики, модульные туалеты со специальной кабиной для инвалидов. Так сейчас выглядит центральный пляж. Еще 3 столичных пляжа – Афанасьевский, Новосельский и Левобережный – в скором будущем будут выглядеть так же. Мы своевременно провели набор спасателей. Среди 24 спасателей есть профессиональные спасатели. Больше половины спасателей не первый год работают на пляжах города Чебоксары. На каждом пляже в смене предусмотрено не менее 3 спасателей. В жаркие дни, когда народу много, мы увеличиваем количество спасателей. Теперь ни мусор, ни булыжники не помешают любителям плавать. Дно тщательно обследовали спасатели. Кстати, в этом году пляж оборудован 6 камерами. Их сигнал увидят не только спасатели. Вся информация транслируется на центральный пульт единой диспетчерской службы города. Тем не менее, не стоит забывать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому важно каждому отдыхающему соблюдать правила поведения на воде. Вполне возможно, лето все же придет, и у нас будет возможность искупаться. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.